Я, поскольку он свои певческие таланты тоже показывает, я думаю, что мы его показали уже достаточно, да? Мы с тобой прощаемся, надеемся, что все у тебя сложится в жизни. Да, он согласен. А сколько здесь фикшена, то есть сколько здесь придумок, приукрашиваний, деталей, которые ну, неизбежно в таком жанре автор добавляет? Да, вы знаете, там есть один чудный рассказ, который очень адвокатский, который называется «Правда, правда, ничего кроме правды». Который говорит о том, что... Который скрывает на самом деле адвокатский секрет. Потому что любую правду... Обманывать никого нельзя, это вот постулат. Но любую правду можно преподнести в том виде, в котором она тебе полезна. Поэтому там на самом деле все, что не написано, имело место. Просто, знаете, вот все нормальные люди видят жизнь через призму, а адвокат видит жизнь через клизму. Поэтому все, что там есть, увидено вот так. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».